Всем привет! Вот наконец-то вырвался я в лес на пикничок. Буду коптить эти свиные ребрышки с индейкой. Вчера выпал снег. Такую тишину в лесу я еще ни разу не слышал. Вон кто-то бежал, заяц или волк. Так, не откажу себе удовольствие сделать вот так. Вау! Не, это, конечно, было зря. Но весело. Так, идем. Точно заяц. Кто знает, пишите в комментарии. Ну и лев. Ёлка, лыжня моя. Так, ну все, экран надо протирать. Тут он весь в снегу, как и я. А это у нас березка. Березка такой толщины. Все, идем далее. Мне надо красоту заснять эту. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну вот тут надо удовольствие делать. Орешник. О, как топаю. Утепление есть. О, сосна дала урожай. Сосна. Хочу чайковку заварить. Не-не-не. Сосну тоже можно. С елкой если намутить, что получится. Кто знает, пишите в комментарии. Надо положить в рюкзачок. Да, пойдет. Лепота. Лепутенная. У! Тишина. Тише. Где дятлы? Дятлы что, спят, что ли? Ладно, идем дальше. Что-то засада какая-то получается. Ветки под снегом наклонились. Тюп-тюп-тюп-тюп. И вот так зигзагами придется мне все делать, с рюкзаком тяжелым обходить. Мауч. О, какой снег. Типа стряхиваешь, то это, ветки поднимаются. О, и нет ветки. О, какой снег липкий. Сейчас вот на этом дереве продемонстрирую. Чпок. И нет ветки. Вот она. Блин, надо палку какую-нибудь взять. Так бить и проходить. О, палка. Палка сухой. Берем так. И говорим, сим-сим, откройся. И так, бах по дереву. Сим-сим, откройся, бах по дереву. И палка сломалась. Пройти можно. Вау. Все, чисто. Ладно, тут дальше. Ветра нет, темно в лесу, из-за снега поутру.
Вон какая у меня лыжня. О, птичка поет. Или мне? Не, поет. Хорошо, что берцы взял. Так бы уже давно мокренький был. Ладно, децл осталось. Березка, рожек. Брать, не брать, брать, не брать. Где потом искать? Ладно, сейчас залезем. Посмотрим. Не, не полезу. Дальше пойду. Короче, пришел я на место. Такая у нас коптильня. И надо откапывать. Железяку эту искать. Под снегом главное железяку найти. Проводим. Или проводим. Вот так снег чистим, чтобы снегу не стоять. Вот так. О, какой матерый коптильня. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ногами лучше. Вауч. Вауч, как все замело. Снегу почти по колено. Откапываем. О, под дуб. Ну, как оттуда снег доставать не рукой, ногой не получится. Так, главное железяку найти. Ищем железяку. И две железяки. Где искать теперь их? Ай-яй, ой-ой, надо было раньше думать. Ну, хоть час приперся, потому что если еще больше снегу выпадет, это все уже не вариант поисков. Так что вот там красотища какая. Ладно, ищем железяку. Гори, гори. Где у нас рожек? Ага, фигушки. Давай. Ай-яй. На. Ветра нет, и то хорошо. Ну все, пошло, поехало. Вот так мачете работает. Вот палку берем и дубасим по мачете.
твердое место надо найти. Ой, костер погас. Надо опять разжигать. Розжига у нас много. Я запасливый. Ладно. Напилился. Деревяшка-то нам хватит. Хватит, наверное. Ладно, идем дальше. Жгем костер. Сушим дрова. Турбопечка еще не работает. Надо запихнуть потом внутрь, как разгорится. Как бы так. На сломанной печке все дела делать. Берем рыжки свиные. Печка заработала. Наполовину даже работает. О, какая живучая печка. Ладно. Не вечно тут торчать. 2 часа потерял на эту печку. Все. Делаем конструкцию. И жарим. Прикольный процесс копчения. У меня камера шумит. Да, вспотела. Я. Вот тут сушатся дрова, потом кидаются в топку. Вот тут заготавливаются. Так, посидеть, посидеть. Посидеть можно. Ну все, дровишко притащил. Времени. Маловато блудит. О, копчение процесс. Сейчас деревяшка прогорит и будет такая. Ладно. Хоть так. Будем знать, что нужно ее делать. Как-то так. Грудь. Запахло вкусняшкой. О, румяна все. Процесс 2 раза ускорил. Это железяка, железяк. Кто предыдущее видео смотрел, знает, как тут летом я. И... Не. А, карп коптил. Карася мне понравился коптить. И индейку. Так, хлебушку надо закоптить, перекусить. Уже слюни текут. Жирком же ребрышки. Дрова подсыхают. Подложить надо, чтобы подсохли. Мачете выручает. Пашет. Он не на все 100%. Вот как бы так. Почти готово. Вон. Выделяется сок. Ляпота.